Разве нужен повод для веселья? Вот и мы думаем, что нет. Производственная группа «Лига» подарила своим сотрудникам и их детям день веселья и радости. Атмосфера в офисе царила невероятная. Дети озаряли своими улыбками, смехом и счастьем каждого работающего в компании. Все были вовлечены в развлекательный процесс. Родители рассказали ребятам о работе и профессиях, показали оборудование и красочные интерфейсы, разрисовали интерактивную панель. Дети играли с аниматором и посетили экскурсию по заводу «Лига». Ребят в конце дня ждали вкусный пирог с чаем и мастер-класс по рисованию. Вместе с художником дети фантазировали и создавали на холсте «Лигу будущего». День для ребят прошел познавательно и красочно. Весь оставшийся день сотрудники были в хорошем настроении.